Доброе утро. 10 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Не совсем в Лазаревском, а в Аше. 3 километра от Лазаревского. Подписывайтесь на мой канал, получайте свежие видео о погоде. Такие вот тучки черные у нас на небе, то есть переменная облачность и дождик местами. Но в целом хорошо, тепло. Вода вот плюс 24 градуса. Видите, желающие купаются. А воздух плюс 17. Большой ветерок, но совсем-совсем не холодный. Комфортный такой, приятный. И небо частично голубое, но на этой неделе все равно передают еще, будет дождик. А со следующей уже температура воздуха плюс 25. Жалко только, что море может остыть за это время. Хорошего дня и отличного настроения, друзья!